Интернет, я вам здрасте, я снова рад приветствовать всех, кто смотрит это видео. Друзья, это видео я снова записываю на камеру, которую мне когда-то подарил один из моих подписчиков. Дело в том, что как кто следит за моим каналом, да, пристально видели видео, на которых я говорил о том, что у меня никак не складываются отношения с этой камерой, потому что что-то в ней не так работает автофокус, да, как я не крутил настройки, получается расфокус на этой камере. И поэтому, к сожалению, не особо люблю на нее снимать, но сейчас это вынужденная мера, поскольку у меня на данный момент нет смартфона с камерой. Так получилось, произошла тут некая история, которая, собственно, лишила меня телефона, собственно, моего смартфона Technocamon 17P, на который вы все видели обзор. Что за история, куда делся телефон, я расскажу позже. Сейчас, к сожалению, не могу об этом говорить. Где-то недели через три, либо через месяц будет видео на эту тему подробное. Вот, но, собственно, сегодня не об этом. Сегодня просто пояснение, да, как бы, почему, собственно, снимаю именно на камеру. Я, конечно, сейчас постарался максимально сделать освещение и все настройки, необходимые на камере, поэтому уж, ребят, есть как есть. Вот. Перейдем непосредственно, собственно, к теме нашего сегодняшнего видео, друзья. Собственно, опять же, тему нашего сегодняшнего видео вы прекрасно увидели из названия видео. Друзья, в общем-то, тут такое дело. Я для себя четко, абсолютно четко и окончательно решил то, что я буду развивать Яндекс.Дзен. Почему? Потому что, ребят, это единственная видеоплатформа на данный момент в России, контент на который монетизируется. Как все вы знаете, в связи с специальной военной операцией на Украине, YouTube закрыл российским блогерам монетизацию на YouTube как бы вообще. То есть, как, еще раз поясню, да, я уже об этом много раз говорил, но еще раз поясню. Монетизация, она, конечно, есть, но она есть только за просмотры, которые идут и не из России. То есть, Белоруссия, Украина, Казахстан, Латвия, Литва и так далее, и так далее, и так далее. За это монетизация начисляется. Но, так как я российский блогер, большинство меня смотрит, естественно, из России. И, соответственно, из остальных стран очень-очень-очень маленький процент по статистике. В этой связи там набегают практически, ну, 200-300 рублей в месяц. В то время, как раньше, я с Ютуба получал 6-8 тысяч в месяц. Как бы вы сами это прекрасно понимаете. Вот. В этой связи я не вижу смысла выкладывать ролики на YouTube, потому что, как бы, ну, контент не монетизируется вообще. Вы можете сказать, да, то есть, а почему не делать так, как ты делал до этого? То есть, ты снимаешь видос в общий доступ и выкладываешь его, один и тот же видос, ты выкладываешь его сразу везде. То есть, Яндекс.Дзен, YouTube, Рутуб и ВК. Да. Так можно делать, безусловно, я с вами согласен. Но если человек видит видео, мой подписчик, да, он видит, что видео вышло на YouTube, и ему привычнее YouTube, он не пойдет смотреть на его на Яндекс.Дзен это видео, потому что оно есть на YouTube. Зачем идти на Яндекс.Дзен, когда есть всем привычный YouTube, и там лежит то же самое, это же самое видео. Нет никакого, собственно, смысла. И поэтому все продолжают смотреть на YouTube, а на Яндекс.Дзене подписчики не растут. Там кое-как набралось 350 подписчиков, и на этом все. Подписчики на Яндекс.Дзен идут очень-очень медленно. Там практически нет комментов, там практически нет лайков, там нет ничего. А моя сейчас первостатейная, да, первостепенная задача, это раскрутить Яндекс.Дзен.
На эту тему мы уже пообщались с моим соведущим, с Александром Ганиным. Александр Ганин со мной полностью согласен в этом решении. Мы решили, что на Ютубе будут теперь только шортсы. То есть это анонсы видео, которые вышли, собственно, на Яндекс.Дзене, ВК, там, на Бусти и так далее. Просто, возможно, буду снимать какие-то шорты развлекательные, да, то есть из ВК-клипа, может быть, что-то интересное буду дублировать, из ТикТока и так далее. Вот. В общем, шортс, он и есть шортс, сами понимаете, что это такое. Вот, поэтому, друзья, на Ютубе остаются только шортсы, и на Ютубе в ближайшее время я собираюсь начать делать стримы. Сейчас, опять же, вот с этой ситуацией, да, которую я вначале сказал, то, что у меня нет времени на мобильного телефона, пока стримы немножечко тормознулись, да, я, в принципе, уже должен был их начать. Но пока вот такая вот ситуация. Вот. Как только ситуация разрешится, я смогу начать стримы. Я начну их стримы эти, я начну на Ютубе, здесь, на этом канале. Что касается, значит, вопрос может такой возникнуть, почему именно с телефона стримить буду, да? Почему не буду стримить с ПК? Я хочу стримить через Donation Alerts Studio. Это приложение от Donation Alerts. Там стримить очень удобно, и там очень удобно настроить именно донатную систему на стриме. Поэтому стримить, ребят, буду с телефона. Мне так удобнее, мне так, как бы, как это сказать-то, комфортнее, выгоднее, да, назовите как хотите. Вот. В общем, друзья, вот такие вот дела, вот такие вот новости. Надеюсь, очень надеюсь на ваше понимание. Понимание того, что мне необходимо раскрутить Яндекс.Дзен. Мне крайне необходимо сейчас его раскрутить. Хотя бы до 10 тысяч подписчиков. Это сейчас вот прямо вот первая планка. Очень надо раскрутить Яндекс.Дзен. Поэтому, друзья, кто меня по-настоящему, не только меня, нас с Александром Ганиным, кто нас поддерживает, пожалуйста, очень вас просим, подписывайтесь на Рулим Лайф на Яндекс.Дзене. Ссылочка, конечно же, будет в описании. И также закреплю ее в первом комменте, чтобы, ну, прям вот совсем все видели. Вот. Вот такие вот, друзья, новости, такие вот дела. Надеюсь на ваше понимание. Ну и прощаюсь с вами в плане видео на этом канале. Теперь на этом канале на Ютубе будут только шортсы. Шортсы и стримы. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, друзья. Всем удачи и до встречи на Яндекс.Дзене. До встречи в следующих видосах. Всем пока.